Предприниматель из Нарьян-Мара Валерий Гудрев стал победителем конкурса «Экспортер года». О том, когда хобби становится успешным бизнесом, расскажет Александра Литкова. Валерий Гудрев бьет в бубен, как заправский шаман. Производством этого древнего атрибута для магических обрядов мастер занялся 12 лет назад. Заниматься начал, то есть у нас Коля шаман был, то есть ему раньше заказывали бубны, а потом, ну они где-то не годы с приходили, ну начал ремонтировать, а потом руку набил, все сам решил попробовать. Получилось, начал делать. Материалы для производства Валерий готовит в основном сам. Мембрана из шкур оленя, которую мужчина выделывает также собственноручно. Обод из дерева. Стоит отметить, что сегодня не обязательно быть шаманом, чтобы приобрести бубен. Люди разные бывают. То есть, ну, в основном это кто занимается всякими духовными практиками, то есть йогой, еще чем-то. Ну, либо кому-то вообще это интересно, то есть звук бубна, либо сам бубен. Ну, многие, то есть, айтишники. Большие, средние и маленькие, такие, что можно в кармане с собой носить. Бубны производства нарьян-марского предпринимателя разлетаются практически по всему миру. Бубны его уходят как в Норвегию, США, Канаду, Японию, Швецию, Испанию, Францию. То есть широкий спектр стран. Его бубны мы выводим на электронные торговые площадки, такие как Etsy. В этом году Валерий Гудрев стал победителем конкурса «Экспортер года» за успешный проект по экспорту ненецких бубнов. Конкурс проводится во второй раз. Сначала на региональном уровне, затем на федеральном. У нас маленький регион, и у нас нет таких крупных производственных масштабов каких-то, да, нет предприятий, которые могли бы что-то производить. Поэтому мы, в принципе, стараемся из каждого маленького ИП или ООшки выводить на экспорт то, что они производят своими руками, а не на производстве. Как, в частности, с Валерием Гудревым, как у нас есть Суховарова Ольга, да, у нас есть Безумов, замечательный косторез. Вот, поэтому стараемся как-то поддерживать наш малый и средний бизнес и выводить их по возможности на экспорт. Кроме интернет-площадок, бубны Валерия Гудрева можно приобрести на различных ярмарках мастеров, в которых предприниматели регулярно принимают участие. Александра Литкова, Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, телеканал «Север».